Добрый вам вечер, дорогие друзья. Радиостанция «Шансон» и студия «Ночной такси» продолжает для вас проект под названием «Шансон Клуб Видео». Сегодня с большим удовольствием и даже некоторым душевным трепетом я представляю вам на этой замечательной питерской сцене человека, которого наверняка многие из вас знают, любят, но наверняка никогда не видели в той ипостаси, в которой он сегодня появится в этом музыкальном фильме. Илья Львович Олейников, человек, который наверняка больше известен вам по замечательной телевизионной программе «Городок», автором и соведущим которой он является уже 14 лет на российском государственном телевидении. Но при этом очень много лет этот замечательный человек пишет песни. Он пишет песни для себя. И так получалось, что некоторые люди исполняли композиции, которые он им просто дарил. Я дружен с Ильей уже более 17 лет. И два года назад я обратился к Илье Львовичу с таким, в общем, обычным для продюсера вопросом. «Илья, ну сколько можно, чтобы ваши песни пели? Почему вы сами не хотите записать свою музыку в студии «Ночной такси»?» И я был очень рад, когда Илья Львович позвонил мне сам и сказал: «Александр, я действительно готов записать первый альбом своих песен». Скажу, кстати, по секрету, что мы в этом, 2006 году, начнем записывать уже следующий альбом его авторских композиций. Илья – великолепный поэт, очень чутко относящийся к жизни человека. Человек, многое в жизни повидавший. Человек, который совершенно в своих песнях не соответствует тому юмористическому экранному образу, к которому наверняка привыкли те, кто смотрит еженедельно «Городок» по телеканалу «Россия». И я очень был благодарен, когда Илья согласился. Мы сделали подбор его композиций. Для меня, кстати, было необычным и очень приятным, что, оказывается, вся семья Олейниковых музыкальная. Здесь, на этой сцене, сегодня появится и Ирина Олейникова, супруга Ильи Львовича. Она тоже великолепно поет и сочиняет свою музыку. Поэтому в тот альбом, который мы записали тогда, два года назад, вошли и ее композиции тоже. Ну а сегодня наша студия и радиостанция с огромным удовольствием представляет вам видеоверсию альбома Ильи Олейникова, который носит название «Мой шансон». Итак, Илья Олейников, встречайте. Ну, у нас сегодня абсолютно неформальный вечер, поэтому я тоже одет несколько неформально. Ну, чтобы хоть как-то соответствовать, так сказать, облику радио «Шансон», тому, что сейчас называется формат. Вот. У нас сегодня вечер, я бы сказал, экспериментальный. Экспериментальный почему? Потому что сейчас для вас будет петь свои песни человек, который не знает ни букв, ни цифр, ни нот, который просто в процессе жизни как-то овладел роялем. Может быть, наоборот, это рояль овладел мной. Это как в стишке. Знаете, есть такой детский стишок: если бы я имел коня, это был бы номер. А если бы конь и имел меня, я бы, наверное, помер. Вот такое страшное стихотворение. Но прежде чем начать петь, есть такое совершенно... чтобы как-то вот снизить планку отношения ко мне как к вокалисту, я просто хочу вам рассказать анекдот о том, как девочка одна... Ну, девочке уже лет 35, такая совершенно потерявшая всякие надежды на, так сказать, замужество, вдруг встретила некого молодого человека, у них началась любовь, она приходит к папе и говорит: «Папа, у меня такая радость, я выхожу замуж». И папа говорит: «Кто он по профессии?» И она говорит: «Папа, он певец». И папа говорит: «Никогда, только через мой труп, потому что певцы, они все скоты, сволочи, подонки, наркоманы, алкоголики и бабники, никогда ты не выйдешь замуж за певца». Она говорит: «Папа, это мой последний шанс, я тебя умоляю. Он нас пригласил на концерт, но пойдем хотя бы послушаем, потому что просто неудобно». Он говорит: «Ну, я могу сходить, послушать, это ничего не изменит». И вот после концерта папа, расплакавшись, обнимает дочку и говорит: «Лапочка моя, извини меня, я был неправ, выходи за него замуж». Она говорит: «Папа, а почему ты передумал?» Он говорит: «Он не певец». Это история про меня. И еще один афоризм, я не помню, кому он принадлежит: «Не можешь петь, не пей». Тем не менее, все-таки я решился взяться за это. И вот сейчас, как уже сказал Саша Фромин, мы начнем потихонечку представлять альбом «Мой шансон», в котором участвует, так сказать, еще и моя жена, поскольку она тоже пишет песни. И я думаю, что поскольку Денис, наш с ней ребенок, один из двоих «Чаев вдвоем», является композитором практически всего того, что они поют, всех этих шлягеров. После того, что мы пропоем вам, вам будет понятно, откуда у этого ребенка такие потрясающие, удивительные творческие гены. Итак, мы начинаем
Первую песню, которую я вам спою, я ее написал, знаете, где-то лет 25 тому назад, когда я с бригадой ужасающих артистов ездил по БАМу. Это было время, когда строили БАМ. И вот мы ездили из города в город, вернее, из поселка в поселок по каким-то ужасающим дорогам. Это даже дорогами называть нельзя было. Знаете, какие-то такие колдобины сплошные, какие-то насыпи. И вот мы проездили где-то километров, я не знаю, там 3 или 4 тысячи километров вот вдоль вот этого БАМа. Я никогда не забуду картину, когда мы сидим в стареньком газике, где-то уже пятый день гастролей, и находящийся сзади нас и сидящий на ящике из-под аппаратуры звукорежиссер наш вот так вот трясется и говорит: «Нахрена нам такая большая территория?» Не знаю, почему вот он, когда эти слова произнес, у меня как-то совершенно ассоциативно, когда полилась мелодия, возникли слова, я написал песенку, которая называется «Я живу не там». Я живу не там, где должен бы жить, говорю, не понимая себя. Ненавижу то, что должен любить, а люблю того, кто целит в меня. И дела мои совсем не в дугу, с кем не надо мил, не надо с кем груб. И лелею я мечту не свою, и не тех касаюсь рук я и губ. Порою ночною вижу я сон, и снится мне край, и снится мне дом, а в доме пустом никто не живет. Тот дом для меня, и он меня ждет. Порою ночною вижу я сон, и снится мне край, и снится мне дом, а в доме пустом никто не живет. Тот дом для меня, и он меня ждет. А проснувшись поутру, я уйду. Я уйду опять в свое никуда. Я уйду опять все в ту же игру. Пить с врагами брудершафт на гора. А проснувшись поутру, загрущу. Но грусть моя мала, как малек. Мне бы быть самим собой раз в году, самому себе не врать хоть денек. Порою ночною вижу я сон, и снится мне край, и снится мне дом, а в доме пустом никто не живет. Тот дом для меня, и он меня ждет. Порою ночною вижу я сон, и снится мне край, и снится мне дом, а в доме пустом никто не живет. Тот дом для меня, и он меня ждет. А в доме пустом никто не живет. Тот дом для меня, и он меня ждет. Тут сегодня такая у нас достаточно разнообразная публика. Мальчики, девочки, мужчины, женщины, дамы, господа, леди, джентльмены, месье, мусью. Так вот, я вам сейчас предлагаю, так сказать, как бы мысленно перенестись из этого замечательного ресторана «Казино Конти» в такой маленький, тихий, уютный, провинциальный ресторанчик. 3, 4, поехали! Мамочка, родная моя мамочка, грустно, пусто, скучно без тебя. И хоть я и стал большим начальничком, а мне не в радость все мои дела. Взять бы да послать куда подальше их, в чемодан манатки побросать и махнуть недельки на три, ну на две хыть, чтоб с тобою вместе погулять. Эх, мама, ты не знаешь, как тебя мне не хватает.
И твое изображение, мама, время в моей памяти смывает и стирает, как стирает ластик карандашный след в листке тетрадно. Дни и годы все стирает без следа и беспощадно. И стирает, как стирает ластик карандашный след в листке тетрадно. Дни и годы все стирает без следа и беспощадно. С кем дружу я, мамочка, не спрашивай. Но кореша обрыли, да нельзя. Все козлы и дуболомы страшные тычут пальцы веером в глаза. И с любовью, мама, я не встретился. Где ж ты в бане, мать, ее найдешь? Там в хмельном пару поймаешь девочку. А кто она, в хмелю не разберешь. Эх, мама, ты не знаешь, как тебя мне не хватает. И твое изображение, мама, время в моей памяти смывает и стирает, как стирает ластик карандашный след в листке тетрадном. Дни и годы все стирает без следа и беспощадно. И стирает, как стирает ластик карандашный след в листке тетрадном. Дни и годы все стирает без следа и беспощадно. Мама, 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 ты не знаешь, как тебя мне не хватает. И твое изображение, мама, время в моей памяти смывает и стирает, как стирает ластик карандашный след в листке тетрадном. Дни и годы все стирает без следа и беспощадно. И стирает, как стирает ластик карандашный след в листке тетрадном. Дни и годы все стирает без следа и беспощадно. Ну, я вам хочу сказать честно, я не считаю себя самым бесстрашным человеком в мире, скорее наоборот. Это не значит, что я боюсь каждого шороха, там, так сказать, и меня бросает в пот от человека, который идет за мной сзади ночью. Но, тем не менее, скажем, подвиг Александра Матросова, который бросился над ЗОТ и закрыл своим телом амбразуру, из которой строчил фашистский пулемет, я бы, наверное, на это никогда не пошел. Кстати, знаете последние слова Александра Матросова? «Долбанный гололед». Так вот, история следующей песни была такова. Меня вызывают в Ленконцерт, начальник отдела кадров, и говорит: «Илья», это был где-то 82-й год, разгар войны в Афганистане, и он мне говорит: «Илья, хочешь поехать в Афганистан?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «А в ГДР хочешь поехать по войскам? В ГДР, в Венгрию?» Я говорю: «Да». Он говорит: «А вот если ты поедешь в Афганистан, то потом поедешь в Венгрию. Хочешь поехать в Афганистан?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Ну, учти, там война, они все возвращаются. Хочешь поехать?» Я говорю: «Нет». И вот так где-то минут 15 мы с ним припирались. Все-таки перспектива Венгрии, она как бы взяла свое. Я согласился на эту поездку. Никогда не забуду перелет из Ташкента в Кабул. Мы летим, наши ребята взяли с собой огромное количество водки, поскольку не все себя чувствовали очень комфортно в преддверии встречи с Афганистаном. Все пили, а в меня на нервной почве, знаете, ну не идет. Вот я пытаюсь себя впихнуть вот эту кружку, и ни одной капли в себя влить не могу. И тогда решил пойти к летчикам в кабину. Думаю, как-то с ними как-то будет полегче. Я с ними лечу, значит, уже в кабине сижу. Они такие ребята простые, они говорят: «Вот тут, вот видишь гора?» Я говорю: «Да, вот там самолет сбили наш. Вот там самолет сбили». В общем, мы когда прилетели в Кабул, у меня температура где-то была 39,8, наверное, на нервной почве. И когда я почувствовал под собой уже землю, как-то стало намного легче. А потом, когда мы въехали в центр Кабула, я увидал там огромный плакат, где-то метров 10, такой на 5. И на этом плакате Леонид Ильич Брежнев целовал в засос Бабрака Кармаля с закрытыми глазами, с каким-то таким смаком. И я как-то, глядя на этот огромный плакат, успокоился и понял, что жизнь все-таки продолжается. Но, тем не менее, песня именно про это. Я ее назвал «Воспоминания об Афганистане».
умирать не хочется. Не хочется, не хочется, только нет здесь выбора, сметь или не сметь. Знать бы, где застукает эта пулеметчица, злая пулеметчица. Под названием смерть окружила ты меня огневыми брызгами, чистоколом из разрывов, мельтешней свинца. А какая же ты смерть, скорая и близкая, вот стоишь передо мной с мордой палача. А какая же ты смерть, скорая и близкая, вот стоишь передо мной с мордой палача. В платьице веселеньком из цветной материи казац, хочешь добренькой, что ж, кажись, давай. Только в доброту твою уж давно не верю я, так не мучай ты меня. Лучше устреляй, окружай ты меня огневыми брызгами, чистоколом из разрывов, мельтешней свинца. Ах, какая же ты смерть, скорая и близкая, вот стоишь передо мной с мордой палача. Ах, какая же ты смерть, скорая и близкая, вот стоишь передо мной с мордой палача. Ты меня заметила, вроде бы прикинула, и как будто я это, и как будто нет. Вроде бы прицелилась, вроде бы заклинила, как прожить не хочется. Ну, хоть пару лет окружила ты меня огневыми брызгами, чистоколом из разрыва, мельтешней свинца. Ах, какая же ты смерть, скорая и близкая, вот стоишь передо мной с мордой палача. Ах, какая же ты смерть, скорая и близкая, вот стоишь передо мной с мордой палача. Тут как-то жарковато. Я сниму курточку, ладно? Ну и потом вроде как переоделся, понимаете? Типа смена костюма. То есть богатый концерт, понимаете? С переодеваниями. Дело в том, что мало кто знает, что я служил в армии. Я служил в Кантемировской дивизии. Практически я ее развалил. Вот. И вот, вспоминая об армии, я всегда... У меня был там такой любимый анекдот про рядового Урусбаева. Мы его потом с Юрой отсняли в городке. Когда стоит узбек на посту по фамилии Урусбаев, и подходит к нему сержант и говорит: «Урусбаев, генерал не проходил?» Тот говорит: «И никак нет, товарищ сержант, генерал не проходил. Ну как появится, ты мне свистни, ладно?» Он говорит: «Обязательно». Проходит еще часик, опять подходит сержант, говорит: «Ну что, Урусбаев, генерала не было?» Он говорит: «Никак нет, товарищ сержант, генерала не было, я все помню, как появится, обязательно вам сообщу». Ну вот где-то через час появляется генерал, и этот узбек на него долго так смотрит, проницательно, говорит: «Слушай, ты случайно не генерал?» Тот говорит: «Генерал». Он говорит: «А где ты ходишь, ты чмо, тебе третий час сержант дожидается». Вот я служил в Кантемировской дивизии, где было очень много узбеков, очень много киргизов, очень много туркмен, и как-то очень трудно нам было найти общий язык.
И, очевидно, именно из-за отсутствия общего языка, так сказать, с представителями среднеазиатских республик, я от полной тоски, я там, поскольку служил в оркестре, я запирался и, собственно, как бы там начал писать песенки. И, как сейчас помню, у меня был любимым, дисков тогда не было, а любимая кассета с песнями Высоцкого, и там у него была замечательная песня «Где мы 12 лет» на Большом Каретном. Я эту песню так полюбил, что как-то ни с того, ни с сего, знаете, у меня родилась какая-то своя песенка, но написанная абсолютно под, под впечатлением услышанного от Владимира Семеновича. И вот эта песенка так и называется «Подражание Высоцкому». Золотого детства, где мой красный пистолет, заряженный перцем, где-то пионерка, что дергал я за косы, и где сад, в котором мы рвали абрикосы, где мои 17 лет сытого пижона, где учитель, мне суливший будущность Ньютона, где-то первая, которой я в любви признался, где мой первый поцелуй, ну с кем он потерялся. Когда мне 25 минуло, где-то слава, что кокеткой ручку протянула, где друзья, что все грехи мне тяжкие прощали, и где женщины, что так много обещали, где тот возраст, что звался 30 годами, где портфель, что был забит важными делами, где печаль, что принесла мне первая измена. Мама, где я понял, что и мне тоже есть замена. Чувствовал, что я гнилью начал пахнуть. Где-то бабушка, что мне шамкая сказала: я вас больше не люблю, вас не стало мало. Ой, где мечты, что в юности мне трубили горном, поразгладились мечты, как по морю волны. Где надежды, что питали чудного ребенка, разлетелся ореол в мелкую щебенку. Где-то жизнь, что пронеслась бешеной кобылой, смерть пришла как часовой и ее сменила. Скотофалка снизошла, словно генеральша, и в могилу повела триумфальным маршем. Значит, я вообще учился в цирковом училище. Учился я вместе с Хазановым, Геной. И Гена была моя всегда, всегдашняя головная боль, потому что он учился... У нас как бы было два лидера на курсе, это он и я. И он всегда меня немножко опережал. Поэтому вся моя, в общем, жизнь после окончания училища была посвящена погоне за Геной и Хазановым. И эту песенку я, в общем, сказать, даже, по-моему, сочинил для него. Потому что она касается и меня, и его, в общем, всех тех, кто занимается этим страшным делом под названием «Юмор». Это совсем не смешная песенка. Что я рассказываю? Послушайте ее.
Мне очень грустно, милый доктор. Я в одиночестве брожу, вас разговорами надолго, поверьте, я не задержу. Вы дайте мне совет попроще, но я не понимаю вас. Зачем в окно смотреть на площадь? Ходил по ней много раз. Там цирк всегда народу полон, там часто в звонкой тишине смеется над собою клоун, с ним хорошо всем, но не мне. Там цирк всегда народу полон, там часто в звонкой тишине смеется над собою клоун, с ним хорошо всем, но не мне. Не смейтесь, но на представление мне не купить один билет. Не потому, что не везение, не потому, что денег нет. Веселым клоунским искусством моей беде помочь нельзя. По той причине очень грустный, что этот клоун-доктор я. Мой цирк всегда народу полон, там часто в звонкой тишине смеется над собою клоун, с ним хорошо всем, но не мне. Мой цирк всегда народу полон, там часто в звонкой тишине смеется над собою клоун, с ним хорошо всем, но не мне. Мой цирк всегда народу полон, там часто в звонкой тишине цирк всегда народу полон, там часто в звонкой тишине смеется над собой клоун, с ним хорошо всем, но не мне. Мой цирк всегда народу полон, и часто в звонкой тишине смеется над собой клоун, с ним хорошо всем, но не мне. Для начала анекдот, когда два молдаванина сидят один напротив другого, один говорит: «Слушай, Мэй, там у Иона день рождения, что ему подарить?» Тот говорит: «Я не знаю, может, книжку?» Он говорит: «Не, не надо, книжка у него уже есть». Я ни в коем случае не хочу обидеть молдаван, что это просто анекдот. Я сам очень люблю Молдавию, я там прожил очень много лет. Ну, просто я вам сейчас свою песню, которая называется «Песня молдавского гастарбайтера». Я ее очень редко пою, крайне редко, и все время забываю текст, поэтому я вот положил вот здесь при свою подсказочку, но не обращайте на нее внимания. Итак, песня молдавского гастарбайтера. Ой, с нею повстречался я случайно, у жаркий до потливости денек. Теребла в руках она у отчаянно кружевной батистовый платок. Был обед там часов 12, может, знаешь, я сел на лавку, бутерброд там достал. Но смотрю, мой, у нее
такая рожа, знаешь, что невольно аппетит пропал. Не, она не страшная, нет, ты такая, губы толстые, ноги толстые, такие, не, вообще, так есть на что посмотреть, знаешь. Такая, я тебе скажу, чувиха, перец перцем, понимаешь, вот так вот к ней сразу не подойдешь, нет. А я хоть с виду жлоб, но мягкий сердцем, понимаешь, вот, вот прибегу, как только позовешь. Вот, и я ей говорю, в чем дело, дама, интеллигентно так, вот, почему печаленька в лице, вот, я говорю, что за шухер там, дама, что за драма, вот все без утайки, расскажите мне, как на приеме у гинеколога, прямо вот так, честно, как у гинеколога мне, расскажите, и все, вот. И я ей говорю дальше, что вы сейчас, я говорю, пардон, чуть-чуть смурная, так вы, пардон, немножко не в себе, ну, кокетничаю, да? А у меня, говорю, мадам, душа большая, знаете, помогу, там, утешу и т.д. Вот, я и дальше говорю, что вы, я вижу, такая тонкая натура, ну, можно мне вас взять под локоток, вот. И тут эта чувиха, понимаешь, рухнула как дура, но что характерно, то, что пока падала, все равно продолжала теребить этот платок. Как будто не платок, а вот что доброго, честное слово. Вот не отпускает его, и все. О, причем шлепнулась, знаешь, как со стола пробирка. По всему этому проспекту звон стоял. Ну, я так тихонько, так ее тактично взял за шкирку и, значит, земли так подобрал. Ну, знаешь, как это, конечно, факт по себе отрадный, потому что не убил там, не стукнул, а ведь мог. Вот, а дама мне улыбалась благодарно и сморкалась кровью в свой платок. Очевидно, когда подымал, так немножко дал в зубы, так чуть-чуть, знаете. Вот. И она мне говорит, я случайно оказалась в трансе, так прибетывая. Чуть дыша, она мне чуть дыша говорит. Если бы вы, говорит, не встретились на счастье, из него бы не вышло бы из транса никогда. Вот, а я ее прижал. Меня не отпускаю, я говорю, может вас, мадам, сводить к врачу? Я ей говорю, а она мне, понимаешь, отвечает, что говорит, не надо, просто, если честно, жрать хочу. Вот, она мне так говорит, и цап, и начинает этот хавать мой бутерброд. Вот, Вот, и, к сожалению, говорит, мне нечем расплатиться, вот, но могу платок вам подарить, понимаешь, И вот же, думаю, падла, какая девица. А я молчу. Мы что тут говорим? Вот такая получилась штука. Хренотень какая-то, понимаешь, дурдом. Я остался голоден, как сука, но зато засопленным платком. Ну и что мне с ним делать? Что мне его мамке в деревню отправить в Молдавию? Что она на этот платок купит, понимаешь? Знаете, я родился в России, я, так сказать, живу в России, так сказать, я умру в России, я очень люблю эту страну. Это, в общем, не просто слова, я действительно очень ее люблю, и как-то все, что-то у нас как-то не ладится, понимаете, у меня вообще такое ощущение, что вот она мне сейчас напоминает приемник, который пытаются настроить, и никак не могут словить вот эту вот нужную волну. Мы все время находимся в этом периоде настройки радиоприемника. В общем, «Россия» называется эта песня. Когда Россия бедовала, когда стонала от бессилия, когда стенала от тирана, когда кричала от насилия, когда она в отчаянии билась, когда испытывала муку. Мужик простой, мужик крестьянский, ей пел тихонько, взяв за руку. Матушка Россия, матушка Россия,
погоди немного, знать не пробил час. Все ты передюжишь, матушка Россия, лишь вздохнешь поглубже, чай не в первый раз. Матушка Россия, матушка Россия, погоди немного, знать не пробил час. Все ты передюжишь, матушка Россия, лишь вздохнешь поглубже, чай не в первый раз. Когда Россию в клочья рвали, когда ногами били в лёжку, делили, резали, срывали её сермяжную одежку, когда с протянутой рукою месила слякоть под шарманку, мужик голодный с ней делился последней черствою буханкой и пел. Матушка Россия, матушка Россия, погоди немного, знать не пробил час. Все ты передюжишь, матушка Россия, да лишь вздохнешь поглубже, чай не в первый раз. Матушка Россия, матушка Россия, погоди немного, знать не пробил час. Все ты передюжишь, матушка Россия, лишь вздохнешь поглубже, да чай не в первый раз. От безысходности хмельная, с лучиной чахлой сквозь потемки, идет страна моя ногая, лишь медный крест на шее тонкой, я это вижу как воочию. Идет покрыто снежным пледом, идет клюкой, стуча на ощупь, и мужичок, присущий следом. Эх, матушка Россия, матушка Россия, погоди немного, знать не пробил час. Все ты передюжишь, матушка Россия, лишь вздохнешь поглубже, ты чай не в первый раз. Лишь вздохнешь поглубже, чай не в первый раз. Сейчас я вам хочу представить свою жену Иру. Ира, человек у меня крайне деликатный, крайне скромный, так сказать. И какая-то она, в общем, женщина из 19 века, так по понятиям, потому что она думает о жизни, потому как она живет. Вот представьте себе, до чего надо было довести эту женщину, если она однажды вдруг, так сказать, в всплеске такого какого-то гнева, вдруг сказала: «Не смейте так со мной разговаривать», сказала она, «я жена и мама двух мегазвезд». И сама осеклась. Ну, в общем, приятно, когда... Ну, она действительно могла так сказать, ну, не мега, но, во всяком случае, звездочек там каких-то. Потому что папа, потому что сын. В общем, я вам сейчас представляю, выражаясь ее словами, жену и маму двух мегазвезд. Ира Оленькова.
Доброго всем настроения. Спасибо большое за внимание. И надеюсь, вам понравятся две песни, которых я сегодня спою. Первая песня на стихи Анны Андреевны Ахматовой, а вторая песня полностью авторская. Не на листопадовом асфальте будешь долго ждать, мы с тобой, вода же, о Вивальди, встретимся опять, снова свечи станут тускло-желты, и заклятый сном, и заклятый сном, и смычок не спросит, как вошел ты в мой полночный дом, мой полночный гость. Протекут в немом смертельном стоне эти полчаса, прочитаешь на моей ладони те же чудеса, и тогда тебя твоя тревога, ставшая судьбой, уведет от моего порога в ледяной прибой. И тогда тебя твоя тревога, ставшая судьбой, уведет от моего порога в ледяной прибой. Не на листопадовом асфальте будешь долго ждать, мы с тобой, вода же, о Вивальди, встретимся опять, снова свечи станут тускло-желты, и заклятый сном, и смычок не спросит, как вошел ты в мой полночный дом, мой полночный гость. Снова свечи станут тускло-желты, и заклятый сном, и смычок не спросит, как вошел ты в мой полночный дом, мой полночный гость. Колдовала мне осень сентябрьскими ливнями, вереницу сомнений и слез, и тоски. Только я ей не верила, хохотала счастливая, и листву всю сжигала я, как несчастье мосты. Только я ей не верила, хохотала счастливая, и листву всю сжигала я, как несчастью мосты. Снег пришел ей на помощь, зима вновь завьюжила, расписала все окна рисунком беды. Зря стараешься, сердце мое не застужено, да и срок твой недолог до талой воды. Зря стараешься, сердце мое не застужено,
Да и срок твой недолог до талой воды. Файрон, 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 пара-да-да-да. Зря стараешься, сердце мое не застужено. Да и срок твой недолог до талой воды. Хорохорилась слабость в себе, ненавидела. Знает только лишь Бог, кто мне силы давал. Милый мой, ты прости, если я чем обидела. Милый мой, отпусти, вновь весны карнавал. Милый мой, ты прости, если я чем обидела. Милый мой, отпусти, вновь весны карнавал. Файрон, 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 пара-да-да-да. Милый мой, ты прости, если я чем обидела. Милый мой, отпусти, вновь весны карнавал. Если я чем обидела, милый мой, отпусти, вновь весны карнавал. Знаете, я когда был маленький, я как-то совершенно не понимал смысла поговорки «жизнь пройти, не поле перейти». Мне казалось, что ты, Господи, живи себе и живи, есть мама, есть папа, так сказать, и все прекрасно, все замечательно. Тем более я родился в Молдавии, знаете, гром, арбузы, виноград, помидоры. Но чем старше я становился, тем больше понимал эту поговорку. И вот, поверьте мне, несмотря, так сказать, на тот видимый успех, который сейчас у меня есть, как бы вот этого ощущения абсолютного порядка, это все, в общем, сказать, ну, не так просто дается и давалось. И песенка именно об этом. Ну, так, если повторить эту поговорку, жизнь пройти, прожить, вернее, жизнь прожить, не поле перейти. Мне пойти далеко, далеко, а мне в открытое поле уйти. А мне вздохнуть глубоко, глубоко, а мне напиться студеной воды. Я взлетел, и ты мог бы лететь, но летать не могу на виду. Как бы я не хотел не взлететь, а поэтому просто иду. День иду, год иду, век иду, понатыканы колья столбы. И тверди, и тверди, обойду, упираешься лбом в рубежи. За межой остается межа, продираюсь в бороздах промеж. Я ушел от того рубежа, чтоб наткнуться на новый рубеж. Как нарваться колдованный круг, вроде не кажется, вот она брешь. Сердце и рук, а за брешью все тот же рубеж. И точь в точь, как малыш карапуз, ручки тянет свой с детства манеж. Как за мамою к полю тянусь, натыкаясь на новый рубеж.
далеко, далеко. Мне в открытое поле уйти, мне вздохнуть глубоко, глубоко, мне б напиться студеной воды. Я б взлетел, если мог бы лететь, но летать не могу на беду. Как бы я ни хотел не взлететь, а поэтому просто иду. Наверное, у каждого бывают такие минуты, когда вдруг становится как-то очень грустно, так ни с того ни с сего. И мысли возникают такие, такие не самые веселые. И вот в один из таких моментов я написал вот такую песенку, которую, собственно, так и назвал. Очень грустная песенка. Все будет так, тоска сожмет виски, захватит их в железные тиски, накроет черной шкурою окно, надежду замурует глубоко. А на столе стоит, как часовой, стакан сорокоградусной водой. Стоит бутылка, точно генерал, а я ее поверженный капрал. А на столе стоит, как часовой, стакан сорокоградусной водой. Стоит бутылка, точно генерал, а я ее поверженный капрал. Тоска трясина, хлипкая смола, куда ни глянь, со всех сторон она ведет огонь и час, и два, и три, и сердце прожигает изнутри. А вдалеке в тумане голубом мечта маячит в платье золотом. Моя мечта холодная, как лед, а я ее отверженный холоп. А вдалеке в тумане голубом мечта маячит в платье золотом. Моя мечта холодная, как лед, а я ее отверженный холоп. Секунды бьются стрелкой о стекло, уже не встать, и время утекло. Уже проигран самый важный бой, уже прошла фортуна стороной. Мой ранец пуст, как вдовая кровать. Мой ранец пуст, в нем нечего искать. Судьба наседкой квохчет мне в лицо, а я ее разбитое яйцо. Судьба наседкой квохчет мне в лицо, а я ее разбитое яйцо. Ой, правда, какая-то очень такая грустная песня. Кстати, об яйце. Знаете ли вы, как правильно приготовить глазунью? Яйца кладутся на сковородку, а глаза сами вылезают. Знаете, когда говоришь «Питер», сразу почему-то вспоминаешь дождь. Дождь, 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 дождь. Это абсолютно питерская песенка. Такая дождливая, дождливая песенка. Про Питер, про дождь, про душу. Поехали.
Облака позбивали ступни, налетая на город, вырывая из толщи небес миллионы дождей. Я шагаю сквозь этот потоп, свой укутавшись в ворот. Мокнет тело, но это душе безразлично моей. Почему равнодушна она к откровениям погоды? Ведь душа — это тоже частичка, крупица меня. Да потому что она далеко там, где солнце, погоду, а не здесь, где промозглый туман и дожди без конца. Ах, душа моя, душа, я с тобой не в ладу. Если плачешь ты, душа, я танцую и пою. Не попасть душою в такт, я душе не по душе. Сам душа не знаю как подобрать ключи к тебе. Я в сегодняшнем дне нахожу и опору, и силу, а душа оторвалась и кружит в безвременье лет. Я с обычной женщиной сплю, называя любимой, а душа с замиранием глядит на лауры портрет. Я и жаждой томимой от голода часто страдаю, а душа хоть бы хны, ей духовная пища нужна. Но когда я почувствую, что наконец умираю, ты отпустишь меня и покинешь уже навсегда. Ах, душа моя, душа, я с тобой не в ладу. Если плачешь ты, душа, я танцую и пою. Не попасть душою в такт, я душе не по душе. Сам душа не знаю как подобрать ключи к тебе. Ах, душа моя, душа, я с тобой не в ладу. Если плачешь ты, душа, я танцую и пою. Не попасть душою в такт, я душе не по душе. Сам душа не знаю как подобрать ключи к тебе. Знаете, можно иметь огромное количество денег, можно окружить себя огромным количеством охраны, но, как показывает практика, охрана это, в общем сказать, не всегда спасает. Главное, чтобы при тебе была не просто охрана, а был ангел. Ангел-хранитель. И вот если этот ангел будет при тебе, то с тобой будет все в порядке. Песенка про ангела, ангела-хранителя. Купол небесный висит надо мной. Я лечу, оторвавшись от грешной земли. Синий купол, прозрачный, как горный ручей. Я лечу, и расправлены крылья мои. Крылья мои, унесите меня в дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, левым беду и печаль. Крылья мои, унесите меня в
дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, левым беду и печаль. Голубой океан, мой небесный приют, я лечу, и свободен мой дерзостный дух. Корабли маяков, облаков, маяки, я лечу, я витаю, я легок, как пух. Крылья мои, унесите меня в дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, левым беду и печаль. Крылья мои, унесите меня в дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, левым беду и печаль. Вижу ангела с бледным, суровым лицом. Он бесшумно возник, неожиданно вдруг. Он крыла моего чуть коснулся крылом. Мой хранитель, мой ангел, защитник и друг. Крылья мои, унесите меня в дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, левым беду и печаль. Крылья мои, унесите меня в дальнюю и безмятежную даль. Правым крылом отведите обман, левым беду и печаль. Печаль моя жестокая, бездонная печаль. И нет конца печали той, ее не виден край. Вцепившись хваткой мертвою, за горло держит горькая и тяжела рука твоя. Ох, тяжела, а? Кольцо у горла разомкни, хоть на мгновенье отпусти. Печаль моя, бездонная печаль моя. Скачет рядом, об руку со мной. Скачет конь мой, друг мой вороной. Скачет близко, только помани. А вот попробуй догони. Скачет рядом, об руку со мной. Скачет конь мой, конь мой вороной. Скачет близко, только помани. А вот попробуй догони. Судьба моя смешливая игру со мной ведет. Да сердце больно сделает, то вдруг груди прижмет. Несет дощечкой по морю, промчит песчинкой по ветру. Да приподняв, швыряет озимь до крови. В
стою, она сбивает с ног. Наотмашь слёта бьёт в висок. И усмехнувшись, отпускай до поры. Скачет близко, об руку со мной. Скачет конь мой, друг мой вороной. Скачет близко, только помани. А вот попробуй догони. Скачет близко, только помани. А вот попробуй догони. Дощечкой по морю, промчит песчинкой по литру, да приподняв, швыряет озимь до крови. Встаю, она сбивает с ног, наотмашь слёта бьёт в висок, и, усмехнувшись, отпускает до поры. Скачет рядом, об руку со мной. Скачет конь мой, друг мой вороной. Скачет близко, только помани. А вот попробуй догони. Близко, только помоги, а вот попробуй догони. Ну, вот, собственно, и все, что мы сегодня хотели вам показать. Вы знаете, мне очень приятно, что в процессе концерта вы не вспоминали заставку программе «Городок». Я имею в виду заставку Балтимора, когда нас там забрасывают помидорами. Спасибо, что обошлось. Огромное вам за это. Вот, надеемся, что наш, так сказать, вернее, наше самодеятельное творчество вам пришлось по душе. Ну, а дальше что? Смотрите передачу «Городок», смотрите кино, в котором я буду сниматься, смотрите спектакли, в которых я буду играть. Я очень счастлив, что вы пришли. Спасибо, 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 спасибо. Не на листопадовом асфальте будешь долго ждать. Мы с тобой, вода же, о Вивальди, встретимся опять. Снова свечи станут тускло-желты, и заклятый сном, и заклятый сном, и смычок не спросит, как вошел ты в мой полночный дом, мой полночный гость. Протекут в немом смертельном стоне эти полчаса. Прочитаешь на моей ладони те же чудеса, те же чудеса.